Проект модернизации кольцераскатного комплекса и организации обработки дисков и колец реализуется в рамках программы импортозамещения. В октябре текущего года сумма инвестиций только этого проекта достигнет 4,3 миллиардов рублей. Проект позволит увеличить объем производства титановых колец для российских потребителей более чем в 1,5 раза уже к 2020 году. Напомним, в марте этого года председатель правительства Свердловской области Денис Паслер лично побывал на производственной площадке корпорации «Верхней Салде» и оценил масштаб модернизации производства. Поэтому призвал членов правительственной комиссии поддержать проект, который уже через 5-7 лет даст ощутимые результаты для экономической безопасности России, импортозамещения, а также для экономики Свердловской области. Наряду с корпорацией «Весымпоависма» в список попали такие предприятия, как УГМК и Ревдинский завод по производству кирпича. С этого момента предприятия ежегодно в течение 5 лет могут претендовать на различные формы поддержки, предусмотренные федеральным и областным законодательством.